Мы проехали по супермаркетам, смотрим торговую наценочку, смотрим сегодня, ну, ТУ там, не ТУ. Ну, конечно же, желательно с местного товаропроизводителя, которым вы являетесь, ну, как-то посмотреть, чтобы это было хорошо. Понимаете? У вас состав хлеба можно посмотреть? Вот что сегодня, из чего состоит хлеб там? Что такое? Ну, как бы вот так расскажи просто, что. Подольский или какой? Да, Подольский. И еще Подольский. Узнать, ГОСТ или ТУ у вас? ГОСТ. А у вас там никаких документов, да, нет, ни сертификатов? Сейчас ничего нет. Уже все забрали? А у вас еще больше нигде точки нету? На Луговой у нас еще. А там у них тоже документы? Там тоже. Нет, да? Ну и вот по магазинам. По. А документов на Луговой тоже, да, нет? Нету. Я посмотрю, может, как нет. Ага, спасибо большое.